привет! Привет из солнечной Турции, из отеля Свандор. 8 дней здесь отдыхали. Сейчас вам расскажем о всех плюсах, минусах, о недочетах, о достоинствах этого отеля. Не переключайтесь. Отель расположен в 65 километрах от аэропорта Анталии и в 6 километрах от Кемера в поселке Кириш. Территория отеля окружена тремя бухтами с одной стороны, а с другой имеет вид на горы. Год назад в отеле провели масштабный ремонт. Большую часть изменений вы узнаете из этого ролика. И мы обязательно расскажем, что нового здесь появилось в 2024 году. Отель по-прежнему принадлежит Пегасу. Тут в основном русские туристы. И сейчас отель после полной вообще реставрации, реновации теперь называется Свандор. Сейчас я иду по территории между старыми и новыми корпусами. Новые номера, новый дизайн. Все сделано очень качественно, современно и стильно. Думали вот над архитектурным стилем, поняли, что это, скорее всего, стиль райд. Очень много стекла, и надо сказать, что действительно сделано качественно. Вот много тут снимали. Покажем еще вам номер внутри. Как выглядел отель до ремонта, можно посмотреть, набрав в поисковике «Пегас Hotel Kirish Resort». Для 90-х годов постройки смотрелись впечатляюще. Однако в последние годы туристы стали жаловаться на уставшую инфраструктуру, а деньги за отдых, надо думать, отдыхающие давали по-прежнему немалые. К моменту создания этого ролика отель уже изменился до неузнаваемости. Одна из новшеств – солнечные батареи, которые установили на крышах всех корпусов. Таких современных автономных отелей больше поблизости нет. Здесь отель полностью автономен. И даже отсутствуют баки с водой, которые обычно в Турции на крышах, которые нагревают воду. Здесь отсутствуют, мы видели вчера, обычные электрические водонагреватели. Еще вам расскажем про планы отеля. С нами менеджер поделилась, рассказала, что здесь будет еще сделано. Отель, кстати, закрывается буквально через неделю, 23 октября. И здесь будет, по сути, второй этап строительства. К 2023 году неотремонтированным остался только один старый корпус с эко-номерами. Но и его к сезону 24 обещали улучшить. Однако обещанный масштабный ремонт, увы, сделан не был. Но по сообщению руководства отеля, к сезону 24 уже успели частично заменить мебель и кондиционеры, а также сделали микрокосметику. На начало 24 года эко-номера реализуют, кстати, только Пегас. Разница в стоимости между эко-номерами и номерами комфорт составляет, как и в прошлом году, примерно 20-40 тысяч рублей за двоих на неделю. Мы жили в новом корпусе под номером 8. Балкон выходил на оживленную улицу с проезжей частью и магазинами. Хотелось, конечно, больше морских пейзажей, однако вода под окнами у нас тоже была. Рядом с корпусом располагаются водные горки с ватрушками и лежаками для отдыхающих, так что уличный шум перебивали визги и смех отдыхающих. Мы пришли в парк. У нас, кстати, окна прямо здесь, выходит на него. Время работы 5 часов, мы вообще работаем с утра. Сейчас попробуем. Thank you.
Вернемся к номеру комфорт в нашем 8-м корпусе. Сразу отмечу, что ночью было тихо и спокойно, окна в номере вполне справляются с шумоизоляцией. Площадь номера 38 квадратных метров, но большим он не кажется, почти всю комнату занимает мебель. Две кровати, диван, прикроватные тумбы, стол. Раньше было 823 номера до ремонта, сейчас что-то 860 или 870. Ну, то есть количество номеров сохранилось, не увеличилось. Но надо сказать, что благодаря большой плотности зон действительно для отдыха здесь очень много, вообще не ощущается количество людей, при том, что территория отеля, ну, не сказать, что большая, но и не маленькая. Нет ощущения каких-то вот толп, то есть все как-то по зонам. Много здесь, соответственно, и баров, и мест для отдыха, то есть на самом деле очень комфортно. Да, территория небольшая. К сожалению, чтобы построить всю новую инфраструктуру, пришлось спилить очень много деревьев, включая сосны, за которые мы так любим кемер. Однако на их месте появились клумбы, газоны для отдыха и разнообразных активностей. Идем уже по центральной площади. До ремонта, конечно, она выглядела совершенно по-другому. Здесь было больше зелени. Зелень, нам сказали, вообще тут все просто спилили и в несколько раз меньше стало деревьев, но по-другому было невозможно. Вот. Ну, площадь такая урбанистическая. В центре часы, с одной стороны аллея магазинов, с другой стороны аллея ресторанов. В центру, соответственно, бассейны. Вечером тут зажигается подсветка. И вот благодаря часам вообще ощущение, на самом деле, что где-то находишься в городе, в такой городской урбанистической атмосфере. И, ну, на самом деле, да, как я уже сказала, здания построены в стиле райд, очень много стекла. Мне вот, не знаю, как вам, мне вот очень нравится этот стиль. Какое-то время он будет в моде, и, наверное, отелю еще лет на 20 хватит, чтобы оставаться в тренде. В долгосрочных планах у отеля построить круглогодичный бассейн с подогревом для привлечения туристов в холодное время года. Только вот территорию под строительство пока определить не могут. Жаль, если ради бассейна придется пожертвовать еще десятками деревьев. Как раз главный корпус, там лобби-бар, где очень вкусные коктейли, все бесплатно. Там же ресепшн, все, соответственно, русскоговорящие, всегда к вашим услугам. Мы там, например, ходили, узнали про мобильное приложение отеля, где можно посмотреть все вообще мероприятия, которые проходят там, начиная с 9 утра и до позднего вечера, чтобы, ну, реально удобно, чтобы ничего не пропустить. Там же, помимо лобби, ну, такая комната отдыха.
Так, мы с вами подошли уже к пляжу. Очень грустно, на самом деле, прощаться с морем. Моря будет не хватать, по морю будем скучать. Про пляж, да, теперь я скажу важные вещи про пляж. Мы успели за вот это время отдохнуть в нескольких местах. И здесь на шезлонгах на травке, здесь под соснами очень прохладно. Все, бассейн полный. Все находятся на пляже, в бассейне очень мало народу, полно свободных лежаков. Хотя есть подозрение, что после обеда здесь станет больше, потому что начинает дуть ветер. Мы успели отдохнуть под зонтами прямо на песке, это еще, соответственно, ближе к морю. Мы на один день снимали бунгало, сейчас мы вам тоже покажем, ради съемок, кстати, потому что реально дорого, 100 евро, дороговато. Ну, кстати, на компанию нормально. И сегодня мы, поскольку люди уже уезжают, меньше людей в отеле, мы отдохнули на пирсе. Это, конечно, совершенно потрясающе, на пирсе. Что еще? Да, раздевалки, туалеты, это вообще все есть, можно принять душ. На пляже работает, получается, два бара. Один на пирсе, один прямо у пляжа, возле песочка. Там напитки, мороженое. Единственный минус – нету чая. Периодически хотелось чая, вот чая нет. А можно, кстати, вкусно делают. Вот здесь очень вкусная мята, лимоны. Можно соду с мятой, с лимоном. Пляж абсолютно новый. Ну, до нас уже там в других роликах рассказывали. Как и все, пляж тоже полностью обновлен. Сделан очень качественно. Пляж большой. Самый, конечно, красивый здесь пирс. И в следующем году нам пообещали, ну, как пообещали, сказали, что мы все силы приложим. Это менеджер нам рассказал. Построят пляж, ну, в смысле... пирс, еще один пирс для домиков. То есть будет пирс с домиком, с бунгало. То есть будет два пирса. Кстати, одна из жалоб на пляж, которая нам встречалась в интернете, это арматура. Мы ее не видели. Возможно, это были остатки ремонта, который благополучно уже завершился. Да и в целом, как мы уже говорили, пляж довольно чистый, сотрудники отеля убирают за отдыхающими оперативно. Море теплое, середина октября. Море теплое, комфортное, пишут, что 26, ну, наверное, 24. С погодой нам, кстати, тоже очень повезло. Немножко стала погода портиться сегодня. Как я сказала, сегодня 15 октября. Чуть-чуть, потому что набежали тучи и достаточно такой уже сильный ветер. Так, а это вот за моей спиной бунгало. Всего их здесь мы насчитали, сколько бунгало? 7 бунгало на большую компанию, человек 6 здесь совершенно спокойно, вот. А то и 8, потому что 2 комфортных лежака еще на улице. Как мы уже сказали, большую часть времени мы отдыхали на шезлонгах под деревьями на траве. Но самый комфортный отдых здесь, конечно же, в бунгало. Но не очень комфортно по деньгам, если только вы не снимаете большой компании. Стоимость аренды 100 евро в день. Там внутри что? Холодильник, 2 дивана, дают полотенца, в холодильнике напитки в большом количестве. Приносят 2 тарелки, одну с фруктами, вторую со сладким. Кстати, сладкое было вкусное. Я не знаю откуда, видимо, из кафетерии они его принесли, который на втором этаже, да, как я говорила.
И что здесь интересно, вот в Амара премьер, который в Бельдиби, такого не было, здесь еду приносят бесплатно. То есть вы можете прям пообедать в беседке, официант все принесет. Пиццу нам, кстати, принесли, пицца здесь вкусная, собственно, как и вообще все блюда из теста. Турки, конечно, умеют готовить тесто, сдерживать себя очень сложно. Хлеб тут совершенно какой-то невероятный. Вот, убирают здесь, кстати, исправно, мусор все равно, конечно, остается, но убирают постоянно, то есть ходят уборщики с пакетами, все здесь, все чисто, в целом чисто. Главное, что они расположены прямо около общей зоны, поэтому здесь уединиться до конца не получается, здесь шумно, люди ходят, ну, в общем, того релакса и удаления, который был в Амаре, здесь, конечно, тоже нету. Ну, мы взяли пока на один день и думали, что вряд ли будем продлевать. Ну, ради интереса тоже нужно попробовать. И, кстати, ближе к вечеру к нам даже подошла менеджер и предложила взять бунгало еще на 2 дня со скидкой 50%. Видимо, под конец сезона спрос на бунгало падает до нуля. И чтобы домики не простаивали, руководство решили снизить ценник. Обслуживание в бунгало работает до 18:00. После этого еще можно какое-то время побыть, но мы ушли с пляжа гораздо раньше, так как в 7 вечера начинается ужин. Да, слушайте, я не сказала главное. Мы как раз движемся все ближе к едальням. Но один из немногих вот этот Свандор отелей, где очень много зон, едален, баров в одном месте. Реально много. То есть вот у меня по правую руку, например, арена-бар. Вот сейчас я не знаю, я его так подсниму, если будет видно. Арена-бар. Он прям выходит к концертному залу, на который мы с вами тоже пойдем. Это бомба. Всего на территории отеля работает 8 баров. Обслуживают очень быстро, очередей почти нет. Только по вечерам в арена-бар, когда на площади собираются люди, чтобы посмотреть шоу-программу, ну, довольно-таки много отдыхающих, и можно увидеть очереди. Дальше, после арены-бар, как раз у нас часы, о которых я говорила. Дальше просто вообще бомбическая просто история. Там кафе, которое работает всю ночь, реально. То есть мы прилетели голодные, как волки, ночью. Были уверены, что мы уже нигде вообще не поедим. А нам сказали, вот, пожалуйста, идите. И в 12 ночи, там в 1:00 ночи мы пошли, поели. Там салаты горячие, чай, свежевыжатый сок. Вообще все отлично. То есть работает бар с 7, ну такая столовая, не бар, столовая, с 7 до утра. Вот. И там же, кстати, а-ля карт. А-ля карт мы тоже сейчас вам покажем. А-ля карт, кстати, мне очень понравился. Стоимость а-ля карт на одного человека 15 евро. В эту стоимость входит полностью ужин, включая алкоголь. Из блюд запомнились креветки на гриле, салат и разнообразные интересные закуски. Особенно отмечу подачу, которая претендует на авторскую кухню. Из минусов нашего вечера – сильный октябрьский ветер. На соседних свободных столиках летали скатерти и даже разбились пару бокалов.
И вторая неудача: у мужа началась сильная аллергия на розмарин, который прилагается как украшение к баранине. Так что будьте с травами поосторожнее. Здесь все чересчур уж свежее и душистое. Ну, то есть еда прям сильно отличается от того, что есть в столовой. Я к этому. Потому что, вот, например, в Амара Премьер мы были в прошлом году. Тоже, кстати, хороший отель. У нас есть обзор о нем. Он по уровню примерно как этот отель. Ну, вот там а-ля-карт был, конечно, послабее. Вот мы и добрались до кондитерской. Не увидели мы здесь лукумы, которые обычно подают к турецкому кофе. Пахлавы тоже нет, но ее в изобилии можно найти в столовой. Но сходить в кондитерскую точно стоит, тем более, что здесь открывается хороший вид на центральную площадь отеля. Можно сделать панорамные кадры. Кофейня с большим количеством разных, разных вещей, которые вредно есть. И, кстати, вкусный турецкий кофе там мне сварили. Правда, я успела немножко расстроиться, потому что там все лезли без очереди в наглую. Я в итоге 10 минут прождала свой кофе. Вот, и ушла расстроенная. В итоге меня нагнал очень любезный официант и принес прям мне персонально кофе по-восточному. В общем, правда, было приятно. Спасибо за понимание и человеческое отношение, потому что иногда на отдыхе тоже нервничаешь. Я вообще не понимаю, зачем нервничать на отдыхе. Вы уже обратили внимание, что у нас много кадров с квадрокоптера. Так вот, снимать на территории отеля запрещено. Нас довольно быстро вычислили. К мужу подошел менеджер отеля и передал трубку для разговора с сотрудником безопасности. Любезно попросили не снимать. Так что все оставшееся время мы снимали на камеру с земли. Тяжелая и неказиста жизнь российского блогера. Честно говоря, немножко волнительно уже который год снимаем, и все равно вот муж сейчас стоит с гигантской камерой посреди аллеи. Я с этой палкой, значит, тут бегаю, и, конечно, на нас все пялятся, смотрят. Думают, что мы какое-то кино снимаем. Ну, немножко неудобно. Хотя пора бы уже привыкнуть мне. Я сейчас нахожусь возле нашей столовой. Мы вам сейчас тоже будем параллельно показывать. Значит, за неделю мы были 8 дней, 2 было прям потрясающих рыбных дня. Креветки были в один день, и креветок было реально очень много. Все так очень грамотно разложено по разным зонам, чтобы не было очередей. И были мидии тоже в отдельный день. Опять же, в таком большом количестве, но приходить нужно к началу. Такой лайфхак, потому что через час уже морепродукты заканчиваются. Вот. Как говорит муж, сразу видно, где сидят русские, потому что иностранцы не берут морепродукты, у них их навалом. Кстати, общались с ребятами из... Что за отель? Риксус Текерова. Сказали ребята, которые там отдыхали, они заплатили за 13 дней 500 тысяч, сказали, что в Свандоре еда лучше, мясо вкуснее, рыба вкуснее. Но хочу сказать, что вот первые два дня мы были реально едой разочарованы, она нам показалась однообразной, мало рыбы, но нас успокоили, сказали, что типа не переживайте, рыбы еще будет. И второй момент, что конец сезона, все-таки сейчас середина октября, и в конец сезона уже и меньше рыбы, и меньше фруктов, и плюс отель сейчас закрывается на очередной ремонт. Поэтому вот эти вот все нюансы, конечно, диктуют правила кухни. Всегда в наличии были дорадо, сибас, скумбрия на гриле. Единственный минус – очень много соли, специй, жареной корки на чешуе.
Возможно, такая мощная обжарка и большое количество специй можно объяснить тем, что среди поваров преимущественно люди из Тюркской Средней Азии. Кстати, в зале есть еще и специальный стол для веганов и зожников. На выбор брюссельская цветная капуста на пару, вареная грудка, каша. Из плюсов, ну, во-первых, конечно, еще плюсы, да, очень много зелени, и прям в самой столовой кругом, опять же, бары. То есть, пожалуйста, вино, домино, шампанское. Но самые вкусные, муж сказал, самые вкусные в лобби-баре коктейли, вот, хотя здесь плюс-минус вроде так все одинаково, но там какие-то прям, он сказал, бомбические делают коктейли. Все-таки решили сходить на обед. Пицца, спагетти хорошо, но мы захотим его с мясом. Главное, что мы хотим сделать, это поставить эксперимент. Сделать окрошку. Шансы есть, посмотрим, как получится. Нашли глубокую тарелку. Трешки придется резать самому. Нет мужика, который по утрам режет все, мы будем резать сами. Резанный редис берем. Есть помидоры, огурцы. Ну, в качестве мяса только наша вот индейка, шаурму из индейки. Спасибо. Это мы выкладываем. Так, мне нужно подрезать лук. Так, но такое ощущение, что надо идти еще заранее. Мало? Да. Ну вот финальный ресурс. Посолили уже. У меня за спиной снэк-бар. Второй вариант для обеда. Как, собственно, везде, как в мотеле. Сейчас туда пойдем. Работает как поздний завтрак, и здесь же можно обедать, ужинать. То есть, по сути, вы отдыхаете на лежаках, и чтобы не идти в столовую, мы так периодически делали, можно есть прям там. Там, конечно, ограниченное число блюд, но все равно это удобно, да, такая полноценная столовая. Из минусов этой столовой много выпечки, очень жареного мяса и полностью отсутствует блюдо для веганов и зожников. Ну и рыбы тоже нет. Кстати, алкоголя здесь тоже нет. И посуду, включая стаканы, выносить из столовой запрещено. Вечерние шоу в отеле проходят практически каждый вечер. Выступить приезжают акробаты, иллюзионисты, циркачи-танцоры, и надо сказать, что у выступающих уровень довольно-таки высокий. Раньше у них были просто аниматоры, а сейчас они построили просто огромный зрительный зал с двумя сценами, с малой сценой и с большой сценой, на которой проходят все главные мероприятия. Каждый вечер сюда стекаются все отдыхающие. На сцене очень классный главный аниматор, который все время говорит на трех языках. На турецком, на, соответственно, конечно же, на русском и на английском. И вот его коронная фраза, которую он тут всех зазывает. It is time show, по-моему, он так все время говорит.
Да, как мне подсказывает муж, на самом деле, да, шоу качественные. Шоу действительно стоит приходить смотреть. После завершения шоу на соседнюю сцену выходят сольные музыканты. Приезжают и наши российские знаменитости. Например, летом 23-го года на сцене выступала певица Юлия Савичева. А в 24-м приедет выступать Бандерас. И помимо этого здесь еще проходят концерты живой музыки сразу после основной программы. Нам тут, кстати, мне лично очень понравился турок. Вот девушка вчера пела, было как-то, ну, вообще не понравилось. Вот хотя вокал неплохой. А вот турок тут был прям вообще молодец. Работал на нашу публику. Что сказать, да, бар здесь тоже работает. Ну, не тоже, тут везде работают бары. Муж говорит, первый раз вообще вижу отели, где так качественно наливают. Везде. Можно, тут и официанты, кстати, тоже работают, можно просто сидеть и заказывать напитки. Скорее всего, если вы приедете на 2 недели, шоу будут повторяться, скорее всего. То есть у них план расписан на неделю. Но я могу сказать, что в первые дни мы смотрели на последних рядах. Здесь, конечно, лучше сразу занимать место на первом ряду, приходить хотя бы за полчаса раньше. Вот, с первого ряда, конечно, ощущения от зрелища, ну, вот, несколько иные, чем когда ты вот сидишь где-то в конце. Вот, и, кстати, вот рядом с этой зоной клуб Ксёны или Хоне, я не знаю, честно, как читается. Ой, сейчас мы покажем. Здесь 2 раза в неделю точно, но, опять же, это смотрите расписание, дискотеки. Реальные дискотеки, причем это не просто ты пришел, играет музыка и какое-то освещение, нет. Это реально профессиональный, построенный специально ночной клуб с профессиональным светом, с классным диджеем, и еще на сцене пляшут красивые девушки с длинными ногами. Вот. Ну а в центре, естественно, бар, где снова наливают, как я уже сказала, наливают здесь везде. От концертной сцены передвигаемся дальше в сторону пляжа. Посмотрим, какие мероприятия проходят прямо сейчас. Вот сейчас за моей спиной как раз проходит одно из интереснейших занятий. Я, конечно, лодырь. Я не знаю, как вы, но прям восхищаюсь женщинами. Напишите в комментариях, если вы та, которая приезжает и ходит на пилатес, на йогу, да, или в тренажерный зал. Тренажерный зал здесь, кстати, тоже есть на 2-м этаже. Молодцы. И вот каждый день, это вот зона прямо возле ночного клуба, каждый день здесь такие накачанные в хорошей форме девушки с длинными волосами, такие очень эффектные. Аниматоры вот проводят разные занятия. Начинается, кстати, с 9 утра. Как я уже сказала, есть мобильное приложение, и там можно прямо отследить последовательность, что зачем, чтобы не пропустить то, что интересно вам. Да, я все там же, на центральной площади. Теперь вот я повернулась спиной к магазинам. Вы их видите, там как раз аллея с магазинами.
Да, цены высокие, но в октябре в конце сезона на товары предлагали скидки 50%. Кроме пляжной одежды можно купить джинсы, платье, верхнюю одежду, но лучше за всем этим сходить через дорогу на торговую улицу. Целая улица, где есть аптека. Мы там, кстати, запаслись лекарствами на год вперед. В Турции лекарства очень качественные. Маме купила сердечные, себе свои таблетки. Недавно буквально я узнала, что люди реально везут просто чемоданами лекарства. И они, кстати, аналоги качественнее и дешевле, чем в России. А потом, значит, на той же улице еще большое количество магазинов с сувенирами, с одеждой, так что это вот буквально через дорогу. Торговая улица довольно большая, но в основном ассортимент повторяется. Во многих местах, несмотря на блокировку российских карт, можно сделать перевод через Сбербанк. Так что уточняйте у продавцов о возможности сделать онлайн-перевод. Единственное, не забывайте с собой карточки, потому что здесь прям четко работает охрана. Нету здесь браслетов. Они говорят, что это свидетельство высокого уровня отеля. Браслетов нет, но вот работает охрана везде, на входах, выходах прям проверяют. И вот когда мы покидали территорию, при входе нас прям спрашивали показать номер карты. Вот, поэтому очень важно не забывать. И на пляж тоже, если идете вечером гулять, чтобы с пляжа посторонние не зашли, они тоже прям проверяют, стоят такие турки-турки, мускулинные, где ваша карта, спрашивают. При заселении нам на ресепшене выдали 4 карты. 2 от номера и 2 от пляжных полотенец. Полотенца выдают рядом с пляжем. Один раз мы потеряли карты от номера. На ресепшене без штрафных санкций нам выдали новые. Ну, в общем, экшн-камера у нас села, потому что муж на нее вообще снимал все, даже свои прыжки в воду. Вот, поэтому уже до Москвы, уже снимаемся так. В общем, только что я сходила в Kids Club, детский клуб. Специально ходили, детей у нас нет, но вот уже по отзывам отдыхающих, в общем, из интереса. Ух, верните меня в детство. Честное слово, я прям завидую детям, которые там. Реально целый детский сад, то есть там вообще все есть. Там даже есть спальня вот с такими маленькими кроватками, специально для тех детишек, которые уснули, а чьи родители отдыхают. Вот, так что тут прям, я говорю, огромная зона с большим количеством комнат. В самой большой зоне маты, горки, даже есть такая мини-карусель, всякие мягкие игрушки. Ну, в общем, я не знаю, вот туда вот ребенка приведи, мне кажется, он просто не захочет уходить, скажет, родители, пока. Детская кухня, кстати, там есть. Туалеты и раковины все детские, так, чтобы малыши могли сами подходить и мыть ручки. Ну, и очень, кстати, любезная девушка на ресепшене сейчас вот с детьми прощалась, дарила им какие-то презентики, вот, а они ее обнимали и говорили, что будут по ней скучать. Вот. Мы для детского клуба уже староваты, поэтому в поисках приключений я и муж отправились в экскурсионное бюро. Оно находится через дорогу прямо напротив отеля. Экскурсионных программ в Турции очень много и продаются путевки на каждом шагу. Сразу стоит сказать, что выбирать экскурсию лучше, предварительно изучив отзывы. Вам могут наобещать древние храмы, а на деле будут ничем не примечательные развалины. Или как у нас. Мы ожидали увидеть уникальный белый песок на необитаемом острове, а на деле просто побывали на красивом пляже, который находится на острове в 40 минутах езды от берега. Но об этом более подробно мы расскажем в нашем следующем ролике. Кемер – отдельная часть программы, при этом много времени не займет, достаточно выделить вечер. Добраться до Кемера можно и на такси. Автомобиль нам вызвал сотрудник отеля на ресепшене. Стоимость поездки составила 12 евро в один конец. У нас вся прогулка по центру заняла не более 1,5 часа. Правда, мы почти не заходили в магазины. А там их очень много, и в каждый вас активно зазывают. Все, разумеется, говорят на русском и предлагают вам примерить что-нибудь симпатичное.
А если вы проголодаетесь, то можно по центральной улице дойти до причала с рыбными ресторанами. Кстати, не доходя до причала, работает ярмарка мастеров, где авторы продают различные изделия ручной работы. Украшения, магниты на холодильник и даже светильники из сушеной тыквы. Спасибо всем, кто посмотрел наш ролик до конца. Пишите ваши вопросы, постараемся ответить. И под финал немного мимимишного видео. На территории Свандора очень много кошек. Их здесь их любят, о них заботятся. Ну а в ответ представители кошачьих проявляют свою благосклонность к отдыхающим. Несулика мне пришла. Ходила, гуляла, гуляла. Потом отозвалась на мой дом и решила прийти мне и сделать лапками турецкий массаж. У меня животик болит, да, вот, пришла меня полечить, кисуля, пришла полечить, ой, да, массажики.